Ежегодно в преддверии майских праздников на городском кладбище Самары приводят в порядок мемориальные захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. «Это то немногое, чем мы можем им отплатить», — говорит волонтер Дарья Пескеева. «Сохранять историческую память — важная задача потомков», — уверена девушка. Общественной работой Дарья начала заниматься, поступив в колледж. И вот уже на протяжении полутора лет помогает людям. Волонтеры должны оказывать поддержку и показывать своим примером, что нужно сохранять историческую память. Потому что это самое главное и всегда было во все годы. Так как я училась в школе, у меня не было никаких подобных мероприятий и организаций, которые этим занимались. Придя в колледж, я узнала о подобных акциях, о волонтерстве. Мне это очень понравилось, потому что мне нравится помогать людям. В этом году в акции приняли участие порядка 100 человек. Начали с малого. Убрали мусор, листву и сухие ветки. Затем приступили к покраске оград и уходу за мемориалами. На городском кладбище Самары более 50 захоронений. Каждому уделяют отдельное внимание. Ежегодно убирать территорию кладбища выходят волонтеры и общественные организации. Им помогают депутаты городской думы и сотрудники администрации районов. Выделяют необходимый инвентарь и сами принимают участие во всех работах. Это память победы и память о тех ветеранах, которые там положили жизнь. Многие уже здесь после войны известные люди и герои Советского Союза. Кладбище является мемориальным. Здесь очень много знаковых полководцев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, здесь захоронены. Традиционная акция по уборке мемориальных захоронений началась в 2017 году как одно из направлений федерального проекта «Историческая память», который инициировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Могилы и мемориалы ветеранов Великой Отечественной войны приводят в порядок на территории всего региона. Не только в преддверии 9 мая, но и в течение года. Организаторы отмечают, что история акции началась с поисков захоронений, восстановления и установки памятников со знаменитым символом «Звездой Красной Армии». Все, что нужно сейчас – поддерживать их в надлежащем состоянии. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.